ГИБДД, про шальную императрицу и не только. Почему никто не найдется человек, который бы взял и всем на пальцах просто объяснил? Был у меня один разговор с одним местным политиком. Такому парку недостаточно одного общественного туалета. У нас убрали против всех. Скажу то, с чем я категорически согласен. Вел аморальный образ жизни. Все бы порадовались, все будут довольны, это прям вот несомненно. Нормально? Я бы назвала это событием историческим, без преувеличения. Учесть все мнения людей и как-то потом, извините, не обоссаться. Пошла я на пенсию, Кирюша.